Вот сегодня да. Я люблю физкультуру. Угу. Сейчас пойду, там Матвейка проснулся, заберу его. Угу. Ну что, с Богом, дети. До дня, милые. До дня. Пока только покрывало перескидываю. Сегодня кое-где надо будет постельное снять. Да, Матвейка? А покормила уже? Гречневую кашу не очень любит, поэтому с утра, пока самый голодный. Будешь пить? Где-то еще бутылочка есть, которая с ручками. Ой, просто идти неохота туда. Все спят. Вот. Пол подмела. Ночью тут семечки шелкали. Сейчас пока Матвей спокойно сидит, позавтракаю, еще не ела. Да, Матвейка? Потом надо будет посуду домыть, да убрать тут все. Посудомойка еще полная. Так, я поняла, да. Молодежь сегодня уезжает. Уезжаете сегодня? Да. Ну, сейчас Алина поедет, получит паспорт. Моя фамилия. Да. Антон, ну-ка скажи, какая у тебя фамилия? А. Шарапов. Через А. Антон Викторович Шарапов. Ну, А. Шарапов. Нашу фамилию тоже, я потом в ВЦ сижу. Квашенко. Я говорю, Квашенко. Квашенко. Уже паспорт получит, а то ходит без паспорта. Гастарбайт. Ага. Сыночку своего заберете сегодня, да? Ну. Что, когда обратно? Куда? К нам. 25-го? Ну хотя бы ты приезжай. Когда это? Он обратно, тогда я приеду. Кого? Когда Димон поедет, да? 25-го в ночь. Вот, 25-го приеду. Угу. Что делать? Мусор. Мы еще не решили, кто повезет Диму. Посмотрим. Или Настя, как в прошлый раз ездили, или мы с отцом. Но это уже ближе к 25-му будет известно. Вот. Поэтому так. Настя сейчас тоже поедут. Им домой надо заехать. Картину вот эту вот подарочку. Настя хочет, чтобы Дима повесил на стену. И то, что им присылали тоже, да, Инстаграм на рекламу, тоже там делала. Короче, сейчас все уедут. Я, наконец-то, дома приберусь. Но это реально очень сложно прибираться дома, когда очень много людей. Вот, сейчас все свалят, я хоть приберусь немножко. Давайте, сколько тут? Ну, от нас 4 дня. Ну. Дарина сегодня вечером или на электричку, или, может быть, сами отвезем. Настя, Дима, наверное, поздно вернуться. Поэтому. Ну, они же в уборе сходят. Ну, ладно, молодежь, давайте говорите всем пока. Всем пока. Да, потому что сейчас они уже придут и уже поедут. Настя уж тоже собирается. Настя-то с Димой вечером вернутся, а молодежь нет. Настя, Дима, не молодежь? Молодежь. Всем привет. Че? Не знала. Не попадалось еще видео? Сегодня учебники сдаем. Дети, наверное, сами будут готовить, а Дарина Томина проверяет. Ну что, чистые все? Ну вот немножко тут есть, но вот так вот это, например, чистые все. Ну потому что это искусство, читают, и тут особо ничего выделять не надо. Это вот надо будет все выбросить. А я посмотрю еще, кстати, я тоже посмотреть. Это кубиноведение, не надо его сдавать, потому что оно... Это практику, не тетрадку. Да, да. Оно где-то что-то заполнено. Жаль, у нас не сомнение сохранить тетради со школы. Вот такие вот. Из школы. Из школы, да. Надо было сохранять.
Я всегда все выбрасываю. Вот мы Тому тоже сейчас все выбросим. Обложку. Тут приклеено. Если я начну отклеивать, то порву. Так что... В смысле приклеено? Ну, приклеено, мам. Я не знаю, папа спросил. Вот, видишь? Как так? Ну, ничего страшного. Ну, ладно. Все подписаны, надо проверять, чтобы были подписаны. Это гэдакая у человека, нифига себе. У человека. У мамы, наверное, это я подписала. Ну, мама тоже человек. Иногда вообще почерки не понимаю. Похоже на букву Л, как у меня. Логарева. Гогарева. Мы сидим под кондиционером, на улице жарень. Помню, я любила окружающий мир. У нас даже тетрадки были по окружающему. Эх. Да я... А у вас же тоже давали много учебников? Будешь что-то сказать потихоньку сдавать? У тебя вообще много. Да. Сколько штук? Наверное, 13-14, где-то так. Ну, даже не помню. 13 вроде. Я-то думала, у них не такие, а у них прям у нас все прям такие же были. Ну. И литература. Вот этого я не помню. А вот литература, русский, азбука, математика, я это все прекрасно помню. Прям такие же были. И тетради включены. Осталось немножко рыбы. Совсем маленький кусочек. Так, сегодня сварила макароны. Тома так просила, мама, приготовь макароны и кашу рисовую. Сейчас Саша говорит, Саша, что ты будешь есть? Макароны или рис? Он говорит, я кашу подожду. Он тоже любит очень кашу. Поэтому осталось 15 минут, каша будет готова. Посуду помыла полностью. Холодильник все перебрала. Вот. А на вечер приготовлю мясо по-французски. У меня есть мясо, но мало. Достала из холодильника. Вася купит и уже на вечер приготовлю все, мясо. Ура! Музыкалку посе. Да. Молодец, молодец. А все. Отучилась. Ну иди сюда поближе. Нет. Было 4, а сейчас еще 5. Ну все. На рисовании сегодня тоже последний урок. 16:40. Сходите, и тоже каникулы начнутся. А мы не поедем в Магнит. Куда? Мы туда, в центр. Зачем? За продуктами. В центр? Да. Если поедешь с нами, то поехали без велика. Надо продукты домой купить. Вася мясо мне не купил. Хотела делать мясо по-французски, поэтому... Или едешь с нами, или оставайся дома. Все. Нет, мы едем за мясом. Ладно? Да. Спасибо. Господи, дверями хлопает. Мы едем, дети орут там подружку Тома на всю улицу. Они, видимо, к ней шли, да? А? Мы вообще в магазин едем. Ну ладно. Пусть идет, гуляет. А девчонки меня замучили. Мама, купи все на шаурму. Купи на шаурму. Дима купил этот лаваш этот тонкий. Они его сегодня только увидали. Всю плешь мне проели. И так волос нету. Да еще дети доедают последние волосы. Ладно, куплю. Мама, пожалуйста, мама, купи. Мы сами сделаем. А пусть делают. Куплю. Две подружки-веселушки. Самые маленькие в классе. Арина чуть-чуть выше Томы. Хороший у нас дом. Только крышу надо перекрыть. Да, папка?
такой же он, как у соседа, сделать коричневый. Набрали продуктов на 6000. У нас так часто пишут, вы так мало продуктов покупаете. Ну куда уж больше, я не знаю. На стол так мало накрываете. Зачем? Вот мы когда шашлыки жарим, мы шашлыки едим. И ну, салат сделали весь, съели хорошо, бутерброды все съели. Правда, шашлыки остались на утро. Купили мы, купили на шаурму, на вашу. Спасибо. А что за мясо? Это я буду мясо по-французски делать. Мама, купила мне все для шаурмы. Сейчас папа принесет. Спасибо. Кто будет обзор снимать? Мы. Убирайте все с вами. Тут на полу разложили. Купили мешки для мусора. Mm-hmm. Вот такие полотенчики нетканные. Мне очень нравятся. Ополаскиватель, шампунь и салфетки. Для так. Уборки. Да. Взяли мы бананы. Можно было показать? Ну, давайте покажем. Давай. Бананы вот такие. Много бананов. Ну, хорошо их едят, потому что. Да. Рис для каши. Теперь я. А яблоки взяли. Молоко. Грудинку для шаурмы. Корейскую морковку для шаурмы. Сырки тут. Два желе. Помидоры, огурцы. А, два белых хлеба. Макароны, две пачки. Вот такие. Это Томас за нами все-таки прилетела на велике, набрала. Жвачки. А вот таких вот таких сыры. Вот три. Два. Этот к утром мы и завтракаем. А тот сыр для мяса по. А нет. Сметана просто квашена. Привет. Мясо. Угу. Это что? Мясо буду по-французски делать. Мясо, колбаса вот такая докторская. Еще макароны. Такой маленький майонез. Мама, что такой маленький? Потому что я не знаю, есть дома или нет. Потом соус для шаурмы. Мы тоже будем делать шаурму. И салфетки влажные. Да, все. И вот это вот что? Оливковое масло. Масло оливковое. У меня было, срок годности закончился. Пришлось, там немножко было, я ее выкинула и купила новый. Так, все, девчонки, давайте чистую сразу посуду уберите, остальное все в посудомойке, там пусто, как раз оставите, да? Угу. Ну все, помощница моя. Я девчонкам сразу сказала, я вам помогать шаурму делать не буду. Но мы уже не первый раз делаем. Ну, посмотрим. Я уже блины готовлю. Ой-ой-ой, молодец какая. Что, Дарине позвонила, она не идет? Нет, она сказала сделать, и она придет, поест. Деловая такая. Она там в этом, в нашей... Сарайке. В нашем домике. Маша, смотри, смотри, какая шаурму сделала. А сам выбирала, она сказала, маленькую хочешь. Она вообще не хотела, я сказала, ну-ка давай, а то плакать будешь. А вы стол вытерли хорошо? Да, вытирала я на два раза. Ну, молодец. Это моя, это Дарина. Женя, вот я тебе нарежу сейчас. Подожди, не надо. Я ее заставила тоже дома делать. Нельзя, ты вечно пальцы себе. Это этак. Ну, ты ешь эту кожурку? Я не буду с вами его есть, вашу шаурму. Ешьте сами. Мы все равно приготовим. Ну все, у меня постиралось. Это рисование. Телефон чей? Мой. Возьми. Сегодня последнее занятие по рисованию. Кружок. Потом начнутся каникулы. И заодно сразу Дарину увезет. Дарина на электричке поедет. Она сказала, нет, мам, все, мне я на электричке. Взяла только заморозку. Поедет сейчас. Пап, купи, пожалуйста, батарейки и пластырь. Ты порезал пальцы. Ну, сейчас готовить буду, перчатки одену. Не забудь пластырь купить и это, и батарейки. Ну, какой-нибудь. Ну, время еще есть.
хорошо. Все, все поехали. Дарина теперь только в субботу приедет. Ну, давай, доченька, скажи всем пока. Всем пока. Ну, все, удачи тебе, доча. Спасибо. В субботу только увидимся. Все, уже приготовила на мясо по-французски. Но ставить в духовку не буду, потому что я через 10 минут ухожу на собрание. Приду и поставлю. Не хочу, чтобы Вася потом переживал, следил, что там такое. Саша, ой, сам выключишь свет. Так, отец поехал за девчонками. Так, тетради мы уже все приготовили. Сейчас я сложу, наверное, в пакет и пойду на собрание. Девчонки тоже уже должны приехать. Ой, свет включила, надо выключить. Девчонки везде клеят всякое. Покрывало сняла, тоже постирала. Постельное белье сменила, потому что приедут друзья Настины. Не знаю, будут они спать, не будут, но постель поменяла. Они в 5 утра приезжают, Настя с Димой поедут за ними. Здесь ничего не убирала, это все Настина. Складывать некуда, вот реально некуда. Комоды все забиты полностью. Там тоже все Настина. Это одежда, она говорит, мам, не стирай, я один раз только одела. В общем, сейчас еще покажу. Бам-бам, тоже все постиранное, все бежит, складывать некуда. Ну ладно, пусть так будет. Самое главное, все попылесосено, полы помыты, но некуда девать. Пыль я тут тоже все везде повытирала, так оставила. Вот, и сейчас на собрание. Девчонки перед каникулами ходили на рисование. Кто из них что рисовал, конечно, я не знаю. Яркие, все разные. Так, Настя с Димой уже где-то едут обратно, но они приедут, не знаю, будут, не будут ложиться спать. В 5 часов гостей встречать утра. Мое мясо по-французски, ну, может быть, неправильно, конечно, картошка, а потом посолила, поперчила, лук, сверху мясо. Мясо, конечно, я тоже посолила, поперчила, отдельно уже положила. А, майонез потом на мясо тоже. Майонез, но я чистый майонез не люблю. Я смешала 50 на 50. Майонеза совсем чуть-чуть. Мама, это как ты в прошлый раз готовила? Нет, это по-другому немножко. Больше сметаны. Смесь эту посолила, поперчила. Чуть-чуть паприки добавила, люблю паприку добавлять. Смазала, потом помидоры и без сыра. Запекала 40 минут, чтобы картошка у меня была готова. Если ее в микроволновке не приготовить, у меня почему-то духовка вообще картошку не прожаривает. И поэтому картошку я предварительно в микроволновке на 10 минут приготовила, она практически готова была. И только потом в духовку. Иначе все жесткое. Не знаю, как по-другому. То ли у меня духовка такая, то ли что. И поэтому я картошку всегда в микроволновке готовлю, потом только в духовку. О, получилось очень вкусно. Я тут уже кусочек мяса съела. Так, Тома, готовься в душ. Девчонки уже закончили.